Приветствую вас на моем канале разборов анонсов, психологических обзоров от Оксаны Гетман. И сейчас я вам расскажу о жизни участников проекта «Холостячка» после проекта, а именно о том, о чем будут говорить на пост-шоу после последнего выпуска «Холостячки». После финала. А вы мне напишите в комментариях, кто из холостяков, по вашему мнению, Ксении Мишиной на самом деле подходит больше всего. Не тот, кто победил, а тот, кто вам больше всего нравится, и вы считаете, что он бы как раз к Ксении и подошел. Что он хороший бы был бы выбор. Так вот, в пост-шоу «Холостячка», конечно же, придут холостяки в первой серии. Расскажут, будет подниматься тема мужской конкуренции и мужской дружбы, мужской солидарности. Будет Эллерт, будет его друг Рыбак. А остались ли холостячка со своим холостяком вместе, увидите в следующем видео. А вы мне напишите в комментариях, кто с холостяков вам нравится больше всего. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!